goddamn camping robes. Так, ну короче, да, упоролся, к сожалению. Поэтому чуть-чуть надо опять руку размять, а то она что-то слишком зажила. Блин, мышка, да. А что тут делать надо? А, надо прыжок настроить. Что тут с ним делать, я уже забыл. Не, рука все еще болит. Упороться вечером в бушу? No problem. Here I come. Ух ты ж. Lucky, gotcha. Lucky. Dun-dun-dun. Lucky, no problem. Фух, вот гад. Ой-ой-ой-ой-ой. А вот что это такое, я забыл. Все, одна волна. Стой, 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 стой! Так, ладно, ладно. Первая попытка не засчитана. Все, опять волнуюсь. Воу, ну что это, ну? А чё это он как-то с эхом сказал? Тентере, да? What a tasty treat!
Марио Бразерс. Марио Бразерс. А, не очень. Here I come. Mario Brothers! Ах ты ж. Here I come. Dun da da da. Lucky. Lucky. Dun da da da. Here I come. Lucky. Gotcha. Gotcha. No problem. Mario Brothers! А, ну что же, не получается кино. Не хочет оно. Да что же это? А эта музыка тоже из Кирби? Интересно. Привет, кстати, брак. I'm moving now. What?
сожалению, да. То, что ты видишь на экране, это происходит. Я еще раз пытаюсь пройти. Хотя у меня после вчерашнего жутко болела рука и шея. Mario Brothers. С непривычки что-то. Особенно рука, она неудобно расположена, блин. Да что ж ты. Мало потратил Поехали, второй круг. Что я сейчас сделал? Ох. Мог бы расплатиться за это. Так, ну надеюсь, добью сейчас. Добил. Давай свой рэпчик. Погнали. Мочи. Не пропускать. Всяких лягушек кого там. Мясо! Все спел? Давай! Так. Ох, ну как, я же бы передней лапой стоял. Привет, забланимей. Да, я только до Марио дошел. Изи игра. Изич. Kirby Adventure это сложнее. What a tasty treat!
Mario Brothers. Да что я сделал? Ну надо было вправо идти. Та-та-та-та-та-та. Lucky. No problem, так no problem. Не, конечно, эпичненько Марио сделали, не поспоришь. Да что это? Here I come. Gotcha. Here I come. Lucky. Gotcha. Lucky. Lucky. Gotcha. No problem. Ах, не очень. В смысле, Тор, ты про что? Ты про что, Тор, что-то не понял? У тебя задержка вообще такая нехилая. В танках было понятно. Да лол, ты говоришь 2048 смертей, а у меня еще 1000 нету. А ты хочешь, чтобы я уже прошел? А, 2081, а я сколько сказал? 48, что ли? Ну... Больше, чем 2 в 11 у тебя. Не знаю, к чему я это сказал. Чтоб было. Mario Brothers! А да что он по низу-то кидает? Тут C-Sharp все катит, тут больше. Но после 5 часов C-Sharp это уже не важно. Граница размывается. Here I come!
Lucky! Gotcha! No problem! В смысле мозг не тронут, так просто за 5 часов он убился, естественно. Mario Brother. Да хватит по низу кидать уже, лолки. Кстати, Тор, я не помню, тут, когда Марио убиваешь, никакой подставы нету, можно спокойно просто убил и все, и стоишь, и идешь, ничего там такого нету, да? Ну, чтобы не позориться. Как в этом, в Рио, ну это же пипец был. Привет, Ксенрир. Тут печальное зрелище. Прогресс, что понял, не лакини торт, но это было очевидно. Что, где два? Не понял. А, тут это не мне, лол, я уже все. Да-да, не мне, я понял. Ну, я просто это... Вижу сообщение, сразу думаю мне. Даже хоть там написано, что не мне. Да я уже понял. Потом уже, когда увидел кому, я сразу понял. Mario Brother! А, ну что? Что-то не так. Да он походу увидел, что тут происходит, и свалил сразу, потому что... Чтобы мозг не убить случайно. Да ладно. Сочувствую, Ксенрир. Да ладно, а чё, финалка на старом компе не тянет? А, стрим не тянет. А ты, можно спросить, зачем тебе был 1250 ватт для понта? Ну проходи на эсовскую финалку. Ставь 320 на 240 и погнали. Не знаю, что за такие апгрейды, учитывая, что потребление железа, в принципе, падает. Но процессоры новые все меньше жрут. Ну, видюхи, ладно. Видюхи просто производительность растет, и в итоге...
потребление все равно высокое. Или ты собрался все-таки 4 ведущие ставить, чтобы финалка шла 2000 кадров в секунду. Качаться можно, чтобы быстрее было. Будущее он стоит. Не, у меня 750 ватт впритык. Тупо впритык. Ну, ну хорошо, с небольшим запасом. Да ладно, ты 4 года назад купил 1250 ватт блок питания? Ну, псих. Не, ну в принципе, если денег не жалко, ну ок, не вопрос. Mario Brothers. Привет, Санчес. Ну, у меня всего 800, когда перед этим стримом было 845. Денег нету и купили 1250 ватт. Логика шикарна. Не, ну безобидно, просто я не понимаю. Уж лучше это было бы купить мощнее просто. Далеко не первый, ну вот. Не, ну твое дело, в принципе, ну... Как бы... Излишек уж явный, ну явный излишек. 1250. Да лол, на 2 ПК хватит. Нормальных игровых. Mario Brothers. Ну, как же перепрыгнуть эти молотки-то, а? Ну, КПД маленький-то, это понятно. Он-то маленький-то маленький, но какая разница? Просто больше жрать энергии будет. Ну ок. Да я не помню, Ксенир, я вроде даже читал, но уже не помню, конечно. Че, запоминаю, что ли? Ой, Санчес, вот это у него там не компилит, ты бы знал. Ой-ой-ой. Ну ладно, не буду об этом. Ну не в первый раз, давай, ладно. Сколько уже раз-то я пробовал? Да не, на самом деле-то ладно, норм. Не, ну на самом деле торт норм еще. Я же тебе уже об этом говорил. Mario Brothers. Ну молоток же. Here I come.
No problem. Ну, естественно, торф, это всегда так. Если тот, кто учит, хочет, чтобы научился ученик. А если пофигу, то, конечно, не будет бомбить. А если я пытаюсь занести мысль, а она не доносится, то, естественно, меня будет бомбить. Ну, правда, то, что у тебя не бомбит, тоже не надо врать. Там, как говорится, у всех бугур. Mario Brother. И вашим, и нашим. Хватит там. Here I come. Ух ты, жесть, а! Сдох. Come on, let's go. Нифига я не вин. Уже было, я проходил много раз. Все, мясо, мочи. Мочи мелкотню. Все просто, давай, на мелкие куски. Кровище на весь экран. Куда ты проскочил? Ну-ка, 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 умирай. Третья форма. Давай. Есть! 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 Да ладно! Оу! Да неужели? Да неужели? О! Что? Да. Я даже не знаю, что сказать. Блин. Теперь я не смогу пройти, у меня руки трясутся. Да нет. Да, кстати, галочка-то и так стоит. Я же потому что, ну, как бы без комментариев, типа. Не, ну, просто как бы суть не в том, что что-то, ну, я-то... Понятно, что все, я вроде понял, как эту третью форму проходить, да, ничего сложного. Ну, блин, просто... Ну, я не знаю, в танках не был. Блин, ну как? Это же такой фейл. О, какой же фейл. Это даже еще хуже фейл, чем когда я убил Рю, и после этого он на меня упал. Снап, я прошел Марио. Я прошел его. И потом не сохранился... И умер сразу же на следующем уровне, потому что я забыл отпустить кнопку вправо и упал на шипы. Привет, кстати. Ну все, надо проходить. Here I come.
Ну, как бы да, нет, в плане, что я бы смог убить, но не засейвился, да. Я, то есть я перешел на следующий уровень. Какой-то, который раз я уже с сейвами фейлюсь? Это кошмар какой-то. Ну больше это подстава просто. Почему нельзя... автосейв после босса, ну это же так очевидно. Не, ну понятно, потому что это босса. Я не удивлюсь, если какой-нибудь уровень сразу после босса начинается, что ты, короче, летишь в пропасть, где шипы, и тебе надо успеть на лету сохраниться или что-то сделать, чтобы не умереть. Вот по-любому один из уровней так начинается сразу после босса. Бывали фейлы похуже? Нет. У меня, по-моему, таких чувств не вызывало ничто. Так, ну что, давай, вторая форма. Come on, let's go. Ну все, мочим мелкотню. Третья форма. Да куда? Не-не, я волнуюсь слишком уже, все, блин, руки трясутся. Стоп, там раз на раз не приходится. Вот молотки я уже более-менее отшлифовал. Ну хотя бы чуть больше процент прохождения молотков. Примерно 50 на 50 что ли. Сейчас было, конечно, неудачно.
was a tasty treat. Что мало потратил. Mario Brothers. Только не понизу давай. Молотки свои бросай. Да что ж. Как всем дел? Да что это? Не, походу надо было с первого раза проходить. Mario Brothers. Here I come. Lucky, lucky, gotcha. Lucky, lucky, no problem. Так, вторая фаза. Вторая форма, точнее. Ну, поехали. Time to go. О, что это?
Damn camping noobs! It's bashy time! Ладно, продолжим. А, нет, не продолжим. Управление опять сбилось. Шар перед 4 игры вышло. Печалька. А, прогу от сортировки? Да-да-да, ты сортировать-то умеешь теперь. Да что? Ну ладно, ладно. Вроде бы лотки более-менее часто стал проходить, так что уже не так обидно. Надо спрашивать, что это было. Ну мало ли, найдутся. Скажут, ну ты чё, вообще что ли, играть не умеешь? Да. Пока мусор вынес, погадался? Ну да, это же целое путешествие, а путешествие нужно есть. Так его смотрю. Блин, не получается. Бутер не съел. Да я сок попил. Этого достаточно. Lucky.
Here I come! Lucky! Gotcha! It's fashion time! Here I come! Dun-da-da-da! Lucky! Dun-da-da-da! Lucky! No problem! Что-то мало опять потратил. Да понял я уже, понял. 30 раз засейвится. Mario Brothers! Да чуть-чуть не проскочил. Here I come! Gotcha! Gotcha! Lucky! Lucky! Dun-da-da-da. No problem! Так, половину только снял. Ну ладно, мне в принципе хватает. Но желательно за первую фазу его убивать во втором круге. Потому что потом волны начинаются, зачем лишние опасности. Тем более я уже все равно так или иначе начинаю волноваться. Уже, конечно, меньше, чем раньше, потому что уже 100 раз доходил до туда, но все равно. Да блин. Here I come! Dun-da-da-da! Lucky! 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 Dun-da-da-da! No problem! Опять какая-то руда получилась. Mario Brothers! Да, ну что такое, ну? Бутер, не надо, мне бутер сам бьешь, бутер свой. Here I come! Ну, видишь, Снап? Я попал в плохую компанию, к Тору. Он мне сказал, надо проходить только так. Ну, только вот на Total Average, без читов. Ха-ха-ха.
ты начал значит просто домой. Ну да, Снап, а что поделать? Поздно. Это еще ладно, что все-таки не уговорил меня на нормальный стрим проходить больше. Ну, то есть, когда я там нормально комментирую все. Ну, в смысле, не нормально, а без остановки. Когда мне, как бы, пройти надо игру, а тут я захотел, вырубил в любой момент. Это норм. А там, блин, нифига, блин, не погоришь. Mario Brother. Да, захотел джойстик монитор. Ну, правда, я сейчас на клавиатуре играю. На геймпаде вообще нереально этого Марио. Ну, в смысле, реально, но тактика другая нужна совершенно. А потому что спамить не получается. Вообще на геймпаде спамить у меня вообще не получается. Не могу кнопку быстро нажимать. Хоть что делай. А значит я за два цикла его не убью. А значит уже по-любому надо молотки учиться проходить. Поддерживается. В смысле, то есть именно функция самого геймпада, что ли, автонажатие кнопки? То есть неважно, игра поддерживает или нет, да? Ну это читы. Хардварные читы практически. Я не играл в I Wanna Be The Guy. И, наверное, рад этому. Here I come. Gotcha, 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 gotcha. The problem. Не, у меня нету турбокнопки на геймпаде. У меня обычный геймпад, как DualShock выглядит. Только Logitech. Ну нет, у меня нельзя навесить на любую кнопку турбо. Ну, по крайней мере, просто на геймпаде. Каким-то софтом, да, наверное, можно, но этим, так стандартно нельзя. Here I come.
Через паддер можно? Пека-пека поставить, что ли? Да не, ладно, пойду так. У меня-то как раз экспайдер-то настроен, потому что я больше именно так, да, включал. Ну хотя, наверное, в принципе, все так включали, потому что как еще? Он же не поддерживает по дефолту. Да ладно, прошел. Как будто бы, если есть турбокнопка, то микро отменили, да? Не, ну торт тоже интересный. Да, легче будет, но... Однако... Марио, брадер! На молотках турбокнопка сильно помогает? Не уверен. Давай поспорим, что до молотков я его не заспамлю. Давай сейчас включу экспайдер и посмотрим. Если заспамлю, я просто сделаю резет и все, я не буду проходить, я просто попробую. Вот и я говорю, что не дойду. Ну да, Тор, отковаривайся. Так, а где мне это нужно? А как тут настроить-то, лол? Ломаю клаву пальцем. Не, мне просто интересно, я что-то только не пойму, как это сделать в экспайдере. Повтор нажатия через определенное время. Дополнительно, что ли? А, автоматически... Нет. Турбо. Включено. Задержка, ну пусть будет... 0,11 секунд. Так, ну-ка. Да, я вот сейчас просто держу. Кстати, по-моему, можно и быстрее, да, поставить? Можно и быстрее поставить. Ну-ка. Ой. Ну, я думаю, сойдет. Да, что-то быстрее получается. Еще бы попадать правильно в так. Еще меньше задержку, да ладно, думаешь, можно? Блин, только неудобно, я все время проигрываю. А все, 0,02 меньше нельзя. 50 нажатий в секунду.
Лол. Слишком быстро. Он не воспринимает. Так что если в боше нажимать кнопку слишком быстро, она не нажмется. Понятно, что человек так не нажмет. Блин, мне неудобно прыгать. Непривычно. А чё двойной прыжок не работает? Ладно, ну короче, не буду баловаться. Ну, допустим, я верю, да, что можно, наверное, забить его за одну фазу. Потому что если я на не очень удачных попытках бега трачу там больше половины, в принципе, то можно оставить, ну, он там пишет 1/3, да. Я верю, что можно, наверное, оставить 1/3. Ну да, значит, можно забить за одну фазу. Но реальным игроком, наверное, нельзя все-таки. Ну не знаю, это жесть полная. Нет, так вот тыкая кнопку, но это... Не знаю. Ну половину я оставлял, но меньше. Спидранеры могут, но они не люди. Да, да, да. Не, ну торт, тут турбокнопка, которая сама больше предусмотрена, она не такая читерная. Ну, Тор, смысл в том, чтобы пройти игру. Но правда, если бы это было официально разрешено, например, на ЕЗ моде, да, там официально есть турбокнопка, и поэтому это норм на нем пройти игру. А вот на норме включать турбо, это да, это уже чисто чит. А на ЕЗ моде это не чит, это просто ЕЗ мод. Ну на ЕЗ мод это же не читерство с турбокнопкой. Это просто ты докажешь, что ты можешь пройти игру на ЕЗ моде. Естественно, доказать, что ты можешь пройти на Total Average, это намного круче. Но какая разница? Я, например, не пройду на Total Average моде игру. Так почему бы мне не попробовать пройти ее хотя бы на ЕЗ? То есть, как бы, смотри, в чем смысл не смочь пройти на Total Average и даже не попробовать пройти на ЕЗ? Да, кстати, вот большой минус. Нету паузы больше.
Я не думаю, что это добавляет сложности, но иногда просто нужно паузу нажать, глаз зачесался, еще что-то, ну кошмар же. Да, кстати, Тор, действительно, тут правильное замечание, вот ты говоришь, да? В чем смысл проходить игру, если ты не увидишь сильных атак босса? А ты, когда финалку шестую проходил, ты видел все атаки Кефки? Я тебе скажу, далеко не все. В том числе интересные. Ну и что? Ну, видео, скорее всего, было челлендж пройти одним локи. К тому же, я не думаю, что легко им пройти даже 99 уровня. Просто это возможно, в принципе, потому что если бы он был в каком-нибудь 60 уровне, то это было бы невозможно. Ну или адски сложно, адское везение нужно. Ну хорошо, я не буду спорить, потому что я не могу точно знать, какие у него там атаки и так далее, сила. Хотя вот то, что прошли 14 уровнем того же Кефку, вот это вот мне сложнее поверить. Ну, как бы, наверное, все-таки это правда. Ты мало потратил ему. Марио Брадер. Ух ты ж, повезло-то. Так я мало-то снял. Да куда ж? Here
мало ему снял в тот раз очень. Поэтому и зафейлил, по сути. Брадер. Ну прям прыгнул в молоток, правильно. Хальвар не всегда приводит к чему-то конструктивному и новому. Это должен быть особенный вид хальвара, когда все-таки не бред говорят, а что-то, ну, осмысленно. Но это я не к текущему разговору, это я просто говорю в принципе. А так, споры — это хорошо, я согласен. Говоришь, двигатель необычного и непредсказуемого. Ну ты имеешь в виду, типа, можно что-то изобрести, да, грубо говоря, необычное придумать. Ну вот, не всегда. Ну почти ж попал. Достал этот босс уже, лол. Тора, я предлагаю так, ты выключаешь плеер, ну, стрима, я выключаю босс, и сходимся на мнение, что я его прошел. Не катит, блин. Жалко. Опять мало потратил, что ли? Ну лол. Марио,
Mario Brothers. Here I come. Ой, Санчес перестраиваться уже не хочется. Я так привык. Ну хотя можно попробовать, конечно, но. Here I come. Я же уже и без этого прохожу, в принципе, так что. Ну, в смысле. На молотках это не важно, да? Сколько я у него потратил. А так остальные фазы я, в принципе, и так прохожу. Ну, в основном, конечно. Here I come. Да ладно, Снап, ты слишком пессимистичен. Here I come. Gotcha. 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 Here I come. Я мало опять потратил, но не очень все. В любом случае до молотков дойдет. Я снимал больше пол хп и не один раз. Ты бежишь до вот этого момента, вот когда он сейчас крутится в воздухе, или когда выпрыгивает? А, да что ж, не рассчитал. Но спидранеры это боты. Да любой спидран на Боше это таз. Ты гонишь, что ли, без по-честному пройти за один раз, за один присест Боше? Еще скажи на рэпид моде. Ага, поверил. Mario Brothers. Что, рейп 45 минут? Ну, таз, да. Может быть. What a tasty treat!
Просто ну чушь. Эти боши за раз не таз. Только если бот. Марио Брадер! Стримы смотрел? А ты уверен, что это были стримы, а не запись? Запись, которую видеоплеер включили, и типа комментит сидит. Можно даже пару смертей специально записать. Для реалистичности. Нет, ну просто честно, вот там Мегамена без дамага. Зельду вторую, я верю еще. Но не больше. Зачем? Ну панты. Разве не очевидно? Блин. Нет, ну, как бы, конечно, ну, я склонен верить, с одной стороны, но. Очень уж. Как-то это... Не знаю. Да опять я мало снял у него, ну что за не очень. Он сейчас уделает. А! Ой, лол. Есть. Давай, come on, let's go. Мочи! Ой, ну что за фейл? А, я путаюсь. Фух, третья фаза, давай. Это ж дубриты! Да блин, последняя пулька долбанная. Жесть. Да.
Так, все, проходим. Не, никого посылать не буду. Просто буду спокойно проходить. Следующая попытка. А, блин, лол. Here I come. Gotcha. Lucky. Да куда он так близко-то, блин? А, ладно, я ж без эмоций. Никто не получается. Что такое УР? А, не дочитал. Я хз. Я как обычно хз. Я игры вообще не знаю. Я вчера сыграл в первую свою жизнь игру. Я вообще ни одной игры не знаю. А, очень редко. It's bashy time.
Here I come. Lucky, lucky. Gotcha. Lucky. No problem. Mario Brothers! Here I go! It's bashy time! Here I come! Gotcha! Lucky! Lucky! Gotcha! Lucky. No problem!
Вот это 33. Марио Брадер. Mario Brother! Here I come! What a tasty treat!
Mario Brothers. Mario Brothers! Here I come! Dun-da-da-dun! Gotcha! Dun-da-da-dun! Do the Mario swing! Your arms from side to side! Come on, it's time to go! Do the Mario! Take one step, and then again! Let's do the Mario! All together now! You got it! It's the Mario! Do the Mario swing your arms from side to side. Come on, it's time to go! Do the Mario! Take one step, and then again, let's do the Mario! All together now! Come on now, just like that! For you, Bossy, I will do the Mario one more time! Mario Brothers!
Here I come. Lucky, lucky. Dun da da da. Gotcha. Lucky, no problem. Mario Brothers! Here I come! Dun-da-da-dum! Gotcha! Dun-da-da-dum! Lucky! Dun-da-da-dum! Do the Mario swing your arms from side to side! Come on, it's time to go! Do the Mario! Take one step, and then again, let's do the Mario! All together now! You got it! It's the Mario! Do the Mario swing your arms from side to side. Come on, it's time to go! Do the Mario! Take one step, and then again, let's do the Mario! All together now! Come on now, just like that! For you, Bossy, I will do the Mario one more time!
Here I come. Lucky, gotcha. Gotcha. Lucky. No problem. Mario Brothers! Here I come. Gotcha. Dun da da dun. Dun da da dun. Here I come. Yeah. It's magic time.
Here I come. Lucky, lucky. Gotcha. Da-da-da-da. Here I come. Lucky. Da-da-da-da. Gotcha. Lucky. Not no problem. Mario Brothers! Here I come. Dun da da da, dun da da da. Lucky. Dun da da da. No problem. Here I come. Lucky. Gotcha. Gotcha. Lucky. Not no problem. Mario Brothers! Here I come! No problem! Thank you.
Here I come. Gotcha. Gotcha. No problem. Here I come! Here I come! Gotcha! Gotcha! Lucky! Dun-da-da-da! Gotcha! No problem! Mario Brothers! Here I come! Lucky! Lucky! Gotcha! Dun-da-da-da! Dun-da-da-da! No problem! Here I come! Gotcha!
Here I come. Lucky. Dun-da-da-dum. Dun-da-da-dum. Lucky. Dun-da-da-dum. No problem. Mario Brothers! Here I come! Lucky! Gotcha! Lucky! Lucky! Gotcha! No problem! Mario Brothers! Here I come! No problem! Here I come! Dun-da-da-dum! Lucky! Lucky! Gotcha! Dun-da-da-dum! No problem!
вот и Тейси 3. Марио Брадер! Here I come! Dun da da da! Lucky! Gotcha! Lucky! Lucky! No problem! Here I come! Lucky! Lucky! Gotcha! 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 No problem! Mario Brother! Here I come! Lucky! Gotcha! Gotcha! No problem! What a tasty treat! Mario Brothers! Here I come! No problem! Here I come! It's Bashy time!
Here I come. Dun 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 dun. Gotcha. Lucky. Lucky. No problem. Here I come! Gotcha! Dun-da-da-dun! Dun-da-da-dun! Gotcha! Lucky! No problem! Mario Brother! Here I come! No problem! Here I come! Gotcha! Gotcha! Dun-da-da-dun! Gotcha! Lucky! No problem! Here I come! Gotcha! Here I come! Gotcha! Lucky! Dun-da-da-dun! Gotcha! Lucky! No problem! What a tasty treat! Mario Brothers! Here I come! Lucky!
Here I come. Mario Brothers! Here I come! No problem! What a tasty treat! Mario Brothers! Here I come! Here I come!
problem. Mario Brothers! Here I come! It's Bashy time! Here I come! Lucky! Dun-da-da-dun! Lucky! 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 No problem! Mario Brothers! Here I come! It's a flash attack! Here I come! Dun-da-da-dun! Dun-da-da-dun! Gotcha! Gotcha! It's flashy time! Here I come! Lucky! Dun-da-da-dun! Gotcha! Dun-da-da-dun! Dun-da-da-dun! No problem! Here I come! Lucky! Gotcha! 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 Dun-da-da-dun! No problem! Problem.
все три. Mario Brothers! Here I come! Gotcha! 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 No problem! Here I come! Gotcha! Here I come! Dun da da da! Here I come! Here I come! Gotcha! Dun-da-da-dum! Dun-da-da-dum! Lucky! Dun-da-da-dum! No problem!
Here I come. Dun da da da. Lucky. Dun da da da. Dun da da da. Gotcha. No problem. I'm moving now. Wah-ha! I'm moving now. Wah-ha! What a tasty treat. Here I come! It's flashy time! Here I come! Dun-da-da-da! Lucky! Lucky! Dun-da-da-da! Gotcha! No problem! Here I come! No problem! What a tasty treat! Mario Bros. Here I come! Here I come! Gotcha! It's flashy time! Here I come! Dun da da da! It's flashy time! Here I come! Dun-da-da-dum! Dun-da-da-dum! It's flashy time! Here I come! It's flashy time! Wah-ha! It's flashy time! Here I come! Lucky! It's flashy time. Here I come. Dun da da da. Gotcha. Here I come! Lucky! Gotcha! It's flashy time! Here I come! Lucky! Gotcha! 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 No problem!
problem. Here I come! Lucky! Dun-da-da-dum! Dun-da-da-dum! Gotcha! Dun-da-da-dum! No problem! Here I come! Lucky! Gotcha! Lucky! Dun-da-da-dum! Gotcha! No problem! What a tasty treat! Mario Brothers! Here I go. It's bashy time. Fuck yeah. Oh, ah, fuck hell. Here I come! Lucky! Gotcha! 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 Lucky! No problem! What a tasty treat! Mario Brothers! Here I go. It's bashy time. Here I come. Lucky, lucky. Dun-da-da-dum. Lucky.
No problem. Here I come! Lucky! Dun-da-da-dun! Dun-da-da-dun! Lucky! Gotcha! No problem! Mario Brothers!